На ремонте вот такая микроволновка Samsung, модель CE281 DNR с поломкой, не греет. Я так понял, включается. Значит, хозяин привез вместе со старым конденсатором, сказал, что уже разбирали и меняли конденсатор, не знаю зачем, но, короче, был заменен, не помогло, и привез мне на ремонт. Будем разбирать просто. Сзади откручиваем винты по периметру. Раз, два. И вот здесь еще сбоку корпуса тоже винт с одной стороны, с другой стороны. Откручиваем и снимаем верхнюю крышку. Будем смотреть, что можем сделать. Так, хочу показать, как решилась проблема. Померил я при включенном здесь на контактах 220 вольт приходит. Отсоединил один контакт, померил. Здесь у меня около 2 Ом показывает сопротивление. То есть, по идее, первичная обмотка рабочая. Таким образом ставим на 200 Ом и прозваниваем. Попасть надо. Сейчас, секунду. Мне сложно показать. Одной рукой меряю, одной показываю. Сейчас попытаюсь, чтобы она вывела на экран. Меня с этим сложности. Ну вот, около 2,5 Ом показывает. Что еще? Вот отсюда и на корпус показывают где-то 130 Ом. Это вторичная обмотка. Тут у вторичной обмотки один выход. Значит, с трансформатором все в порядке. Конденсатор поменяли. Но остается только магнетрон. Был у меня, вот подписан был новый. Поставил, откручивается вот тут только 2 винта и еще вот эта вот пластмасска его держит. Открутил пластмасску, просто она немножко отодвигается. Открутил вот этот термопредохранитель, 2 винта вытащил, отсоединяется, вытащил, поставил новый, и все работает. Поэтому, ну, вот такая ситуация. Если при проверке здесь все в порядке, ну, проверил предохранитель целый, здесь он просто вскрывается, там видно, он целый или не целый. Ну и 220 приходит, через предохранитель должно уходить. Собственно, все в порядке, работает, нагревает. Поэтому, ну, вот таким образом решился вопрос с микроволновкой. Повторяйте, это несложно. Деталь недорогая, заказали по форме и размерам, какая вам подходит. Стоял вот такой. Я поставил тот, который был у меня в наличии, фирменные лыжи. Итак, повторяйте, несложный ремонт, хотя, ну, самый сложный вариант – это замена магнетрона, но самый сложный, наверное, замена трансформатора. Очень редкий вариант, но бывает. Подписывайтесь на канал, увидите, что на самом деле много ремонтов можно проводить самостоятельно. Увидимся на канале, подписывайтесь обязательно и ставьте лайки.